Результат в миллилитрах представили организаторы акции «Донор» в рамках проекта «Омск, я люблю тебя». За неделю 255 человек добровольно отдали более 114 литров своей крови, сделав хорошее, а главное, очень нужное дело. Возник стереотип у нас в городе, что нужно покидать город наш и уезжать в другие регионы. И мы пытаемся разными акциями, это первая акция, доказать, что наш город очень хороший, люди очень хорошие. Здесь можно делать великие дела. И вот одно из добрых дел – это акция «Донор». На площади у ИСКАКа имени Блинова собрались участники акции и волонтеры, обслуживающие 5 пунктов приема крови. Небольшой концерт в честь их большого дела. Спрашивали, вы знаете вообще такую акцию? Они, нет, мы им объясняли, что за акция. Они в регистратуре говорили, мы по акции, охотно прям это все говорили. Вот. И ну, некоторые, правда, не подходили по весу, а так как бы остальные сдавали, все сдавали, кто победил, все сдавали. Добрые дела организаторы акции напрямую связали с любовью к Омску. Поэтому и кодовая фраза акции звучала как «Омск, я люблю тебя». Но мини-признание в любой форме можно совершать ежедневно, убежден организатор Юрий Шалькин. Мы очень довольны результатом, потому что мы не ожидали, что столько людей откликнется. Мы постоянно переживали, каждый день, честно говоря, мы очень сильно переживали. И мы довольны этим количеством. На самом деле любовь к городу выражается очень легко. Нужно просто что-то делать. То есть не любовь выражается тоже легко. Это когда ты сидишь дома и говоришь, ой, мне все не нравится. Так ты же дома сидишь, ты же ничего не делаешь. Выйди на улицу, сделай что-то хорошее. Это сделать легко. Финал акции прошел во Всемирный день донора, который совпал с пасхальными празднованиями. Имена доноров и мечей были записаны на воздушных шарах, которые позже запустили в небо. Сегодняшний день для меня очень знаковый. Ну, во-первых, я в 17 лет стала донором. И первые 3 года, где я работала, вот там сдавала кровь. У меня сестра, моя родная сестра, она почетный донор России. Но и дело в том, что я не только дарила возможность, а получила сама. В 39 лет была печальная жесткая ситуация в моей жизни, когда врачи спасли мне жизнь не только благодаря донорской крови. Участники флешмоба изобразили биение сердца и отпустили в небо связку шаров с именами неравнодушных горожан. Yeah!